Как сейчас себя чувствуешь? Ну как же, всегда так тихо. Пе-пе-пе-пе-пе. А что-то вы раз кажется? Да. А как это? Откуда же оно кажется-то? Где у тебя тут дырка, что ли, какая есть? И вот тут что-то вот круглое. Ну на меня ты видишь? Вот тут вот, да? Да. Как себя чувствуешь после массажа? Ну-ка, разомни-ка. Разомни свои кости. Стоило того, чтобы помучиться-то? Руки вверх подними. Сможешь поднять руки вверх? Потянись к солнышку. Тянись, тянись, тянись. Дыши. Еще раз. Эйнштейн. Конечно, видать. Весь YouTube будет смотреть и гоготать. Денис к нам ходит. Но он дома ночует. Дома ночует. Да. Ну как, полегче в спине ощущение-то? Ну так маленько как-то, да. Легкость есть? Ну-ка еще подвигай плечами, как боксер. Опа! Ты смотри-ка. Снова фашистов можно молотить, да? Да. И шея прям, смотри, как ходуном ходит. Да? Да. Что-то так тут хрустит. Ну это, блин, эти соли, что у тебя там хрустит? В общем, нравится тебе, да? Ну, маленько ничего так. Маленько ничего так. Я то матери говорю вчера, что я сказал позавчера. Я говорю, может быть, дом престарелых мне уйти. Ты чё, с ума сошла? Там тебя сгнобят. Там хуже, чем в психушке. Тебе и мне, я говорю, уйти. Кирюшке и мне. Ага. От них. От вас, я говорю. Она с ума сходишь. Я говорю, ну а чего? Ты все им злишься, кричишь. Ну, правильно. Тоже жизнь какая. Нехватки, недостатки, да. Мозгов у нее нехватки. Имбицили у нее. Умственно отсталость и деменция. Самая тяжелая степень. А я думал, с кем дружил. К ней ушел. Живет у нее. Кто? Дениска-то. Ты сейчас что перескакиваешь? А? Ты сейчас что перескакиваешь? Сначала про мать говорила. Что про мать? Ты перескакиваешь с мысли на мысль. Ну, сейчас хорош в раздумье это. Пока разминайся. Плечами вот так подвигай. Дыши носом. Легче спине это двигается. Лучше, чем после мазей. Ну, да. И мази тоже, когда помажешь, тоже сразу делается. Легкости нет. Массажер все равно лучше. Он у тебя давно уже, да, такой? Да. Или у кого-то взял? Купил. Купил? Ты мой спонсор-то. А? Ты мне тогда помогла. Вот я разгулялся, размял себя, теперь тебе это массаж делаю. А ты после... больше ему деньги не давай. Он не дает нам деньги. Я говорю, как он говорит, что я продукт покупаю. Ничего он не покупает. Ну. Она что, или слепая, или тупая? Че? Мать слепая или тупая? Не знаю, тупая или как. Кто у вас тупая? Или просто оборзевшая уже? Ты врешь, или она врет. Я вам даю каждый месяц по 10. Ну, наверное, то, что я куплю, то ремонт, то еще что-нибудь. Делаем.
Вот я говорю, ладно, но в питании-то не надо Кирюшку-то уживать. Я ее стряпню просто и есть не хочу. Я их терпеть не могу. Я говорю, я мать, сестру и брата терпеть не могу. И стряпню их есть не хочу. Потому что они там покидают, не доедят, а потом все портится на столе. Кучеряво они живут, вот и все. Ладно, не парься. Двигайся пока. Как ты плаваешь? Легче дышится? А сначала было больно, да? Сначала было больно. Больно, да, сейчас полегче стало. Влево-вправо покрутись. Влево-вправо. Повернись влево. Да. Поделай 10 раз. А попробуй наклониться. Достань это руками до пола. Встань. Попробуй достань руками до пола. Сейчас я... Вот так вот. Тянись. Тянись, тянись, тянись. Раз, два, давай десяточек, три, четыре, отдышись. Прям до пола достаешь? Ага. И ноги не сгибаешь, да? Да. Круто. Девять. Десять. Теперь смотри, не надо садиться резко. Вот так вот. Руки поднимай, тянись. Обе руки. Да, вниз, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, ну как ощущение? Устала? Сколько тебе лет еще расскажи? Сколько тебе лет еще расскажи? Сто. Не сколько осталось, сколько теперь реально лет? Ой, 93 мне. Вот, видишь уж. Только сейчас вспомнил, что мне 93. Все, скажи всем пока. Бабуль, а? Скажи всем пока. Всем пока. Пока-пока-пока. Поцелуй воздушный пошли. Поцелуй воздушный пошли. Чао, фантики. Скажи, я для вас войну выиграла. Уважайте стариков, правильно? Да. Все, пока.